В Дербенте прошла республиканская отчетно-выборная конференция Центрального аппарата комиссии по борьбе с коррупцией. В мероприятии приняли участие представители администрации, муниципалитетов, правоохранительных органов, общественных организаций. Обсудили несколько вопросов и выслушали отчет о работе председателя правления Дагестанской региональной общественной организации. Кроме того, на новый срок избрали действующего председателя правления ДРО, общественная комиссия по борьбе с коррупцией города Дербента. Им стал Расул Гаджимусаев.